Всем большой привет, мои самые лучшие зрители! С вами, как всегда, я, Аня, и вы на моем каналчике. Мы продолжаем играть в Avatar World, и у меня для вас сегодня очень много классных новостей. Новости действительно уникальные, я вам расскажу про вторую часть мультиплеера. Да, ребят, начинается второй этап, и мы сегодня все обсудим. Также покажу новенькие секретики, то, что было добавлено, но я это сразу не заметила. Большое спасибо вам, то, что пишете мне в комментиках всякие секретики и подсказочки. Я вас очень сильно люблю, ребят, без вас бы я бы точно многое не нашла. Ну а чтобы выпуск вам безумно понравился и было все мега-мега классно и ваушно, обязательно завариваем что-нибудь вкусненькое покушать, несем чаечек, кофеечек и усаживаемся поудобнее. Я всем желаю приятнейшего аппетита и просмотра. Совсем скоро у нас начнется школа. Кто, ребят, скучает, пишите в комментариях, когда вы пойдете, у вас будет 1 сентября или перейдется на понедельник. И также напишите в комментариях, кто в какой класс пойдет. Может быть, первый, второй, или кто-то уже идет в старшие классы. А может быть, кто-то вообще уже закончил школу и идет в институты. Давайте с вами пообщаемся, мне очень интересно. Ну а я сейчас, ребят, выйду с улицы, вот так вот я расселась, главное дело, посередине. Кстати, ребят, хочу вам сказать то, что у меня немножко тут забаговалось. Сейчас расскажу, что. Вот, помните, я разгадывала секретики. Так вот, ребят, у меня все удвоилось. То есть вот здесь вот у меня удвоилось все вот эти вот секретики. И в магазинчике, когда я переодевалась, у меня моя одежда также осталась. Ой, подождите, не в этом магазинчике. Вот в этом магазине цветочной моды. Вот, у меня одежда, она здесь тоже осталась. Ребят, такой вот небольшой баг у меня произошел. Пишите в комментариях, у кого тоже есть что-то подобное. Давайте перейдем на летнюю карту. Вот, ребят, секретик, смотрите. Здесь появилась новенькая бунгало. Но оно отличается от этих бунгало. Здесь мы можем, вернее, в будущем мы сможем все обустраивать. То есть, ребят, у нас появится обновление, которое будет связано с мейкером. Хаусмейкер, но на летней карте. Ой, как классно здесь машинки едут таким паровозиком. Нет, она обгоняет всех. Смотрите, ребят, какая быстрая машина-то розовая. Все машины обогнала. Ну ничего себе там разогналась. Так, а я немножко отвлеклась, ребят. Так вот, мы сможем обустраивать вот эти вот домики. Мне очень уже хочется тоже обустроить домик. Потому что у меня сейчас семейка едет отдыхать. Но они едут вот в эти бунгало. Но мы скоро сможем построить свое, ребят. Там поменять стены, пол выбрать и так далее. Я считаю, тоже одно из самых долгожданных обновлений. Будет безумно классно там тоже обустроечку какую-нибудь сделать. Представляете, это вообще быть не бунгало, а какое-нибудь общественное место. И мы все такие, ого, неожиданно. Скоро, ребят, все узнаем. Ну а теперь хочу перейти к подробности мультиплеера. У меня появилось сообщение официальное от разработчика. Давайте я вам сейчас его зачитаю, уже перевела. Объявление о втором этапе бета-тестирования многопользовательской игры. Ребят, всех поздравляю официально со вторым этапом. Нам очень нравится видеть, как вы все получаете удовольствие от бета-тестирования многопользовательской игры. Это когда блогеры вам показывали, ребят, когда я играла и показывала. Мы все еще работаем над глобальным выпуском, поскольку хотим сделать этот опыт идеальным для всех. И рады сообщить, что делаем еще один шаг в этом направлении. Теперь вы можете предоставить своей аудитории доступ к бета-версии многопользовательской игры. Ребят, у меня есть такая же возможность, и я хочу вам тоже ее подарить. Подарить вам доступ к многопользовательской игре.
Я делаю анонс в этом видео, то что в следующем ролике я выложу свой фирменный промокод. Его еще никто не использовал, он на 10 тысяч использований. Ребят, то есть следующее видео будет с моим промокодом. Я вам как бы его заранее анонсирую, чтобы все успели. Но не спешите расстраиваться, если вы не успеете, у меня будет еще один промокодик, то есть два промокода, первый на 10 тысяч пользователей, второй на 5 тысяч. Получается, в сумме я смогу дать 15 тысяч активаций, и это очень-очень классно. То есть в следующем видео я выкладываю на 10 тысяч, жду, когда его все используют, и в следующем видео дарю вам еще один промокодик. Ну а чтобы вас всех подготовить, давайте расскажу, как и куда вводить. Когда я дам вам промокодик, вы заходите вот в эту вот вкладочку с промокодами и сюда его введете. Возможно, у кого-то уже есть один из промокодов, который давал блогер, какой-нибудь блогер с другого каналчика. Но с моего канала тоже он будет, поэтому вы его туда введете. И на общей вкладочке у вас появится вот такая вот табличка «Бета». То есть, ребят, вы здесь можете как создать свой мир, это синенькая вкладочка, так и присоединиться. Сегодня мы поиграем с вами с моих двух устройств и потестируем, ребят, я научу вас тестировать игру. Смотрите, создаем мир. Так, ребят, вот здесь вот есть кодик, смотрите, видите, на планетку нажимаем. И этот код вы уже сообщаете своему другу. Ну, допустим, сегодня я буду играть сама собой, сейчас я включу планшет. Так вот, разблокировала я его. Сейчас включу запись и буду вам показывать, как я играю сама собой, отлично. Так, запись, по-моему, пошла. Смотрите, ребят, здесь я нажимаю «Присоединиться». Вот, допустим, я тот самый друг. Но сегодня мы занимаемся тестированием, и я вас тоже научу, ну, чтобы вы тоже как бы были участниками этого масштабного события, искали баги. Вот, вводим промокодик. С, дальше такая буковка. 8. Ю, так ю. Все, ребят, жмем, жмякаем join. О, смотрите, ребят, я присоединилась. Так, у меня вот на телефончике показалась я. А здесь? Что здесь? Здесь меня не видно. Вот мы можем также вот посмотреть все. Смотрите, ребят, а где я? Вот это прикол. Там только что была моя аватарка, но потом я переместилась. Да, ребят, чтобы себя еще найти, надо постараться. Но давайте сейчас загрузимся в магазинчик. Магазинчик кавайный. Так, а подождите, я же себя... Вот, я достала себя, смотрите, я здесь. А чтобы найти меня здесь, вот, надо... Куда-то загрузиться, получается. Так, вот, смотрите, ребят, нашла себя. Вот, это второе мое устройство. То есть на планшетике я показана вот такой вот в виде головы. Загружаюсь в кавайный магазинчик. А на телефончике как бы я загрузилась. В общем, вы понимаете систему. И вот так вот я себя вторую достала. То есть, смотрите, здесь я вот себя вот достала ту, в которой я играю в сериальчике. А здесь я играю уже в другом сериальчике, в кавайной семейке. Да уж, ребят, ну и система. Но сейчас не об этом, я хочу показать вам баг. Мне нужно набрать вещей. Вот, я возьму вещи. Держи, Ань. И еще вот в другой пакетик возьму вещи. Вот. Передам тоже себе и возьму тоже в руку. Ну что, ребят, убираемся в телефончик. Всех убираем на всякий случай. И выходим с основного устройства. О, кстати, смотрите.
На телефончике я тоже здесь в виде головы, но уже сериальчика. Загружаемся в аэропортик. Так, ребят, а здесь что у меня? Здесь тоже надо выйти. И вот я уже появляюсь в аэропортике, да. Очень сложно себя не потерять. Так можно действительно запутаться. Подождите, где я? Вот на планшетике мы должны спуститься на первый этажик. Куда-то я уже залагала, ребят. Надо спуститься на первый этаж. Подождите. Вот первый этажик. Да уж, ну и потеряшки. И двигаемся вправо. Так, двигаемся. Здесь я себя достаю. Вот я с пакетиком. На планшетике я. Вот здесь. Так, надо тоже передвинуться на первый этажик. Спускаемся. И вот, видите, была только что загрузочка. Я здесь появилась. Оба! О, ничего себе там стало, непонятно где. Ребят, сейчас покажу вам баг. Запускаем себя и вторую себя в лифт. Ну вы представьте то, что это не я и я, а я и друг. Смотрите, в чем заключается баг. Если мы поднимемся в лифтике, то мы забагуемся, мы исчезнем. А пакетики у нас останутся. Смотрите, достаю персонажа своего же. И на втором устройстве я осталась внизу. Да, сейчас я доеду до себя. Вот я поднялась, так. И давайте снова себя достану. Вот, смотрите, ребят, у нас забаговались пакетики. Они умножились. Ничего себе, правда это классно? Ребят, мы так, наверное, бесконечно сможем. Давайте попытаемся еще разочек съездить. Так, на телефончике буду пока что вот спускаться. На планшете... О, я исчезла. Да, ребят, посмотрите, как много пакетов уже. И здесь у меня тоже умножились пакеты. Офигеть! Офигеть, ребят! Это же новая система умножения! Смотрите, мы так можем умножать все, что угодно. Посмотрите, как много пакетов и кредиток мы увеличили. Вот, ребят, если вам нужны кредитные карты, пользуйтесь этим лайфхаком. Он нереально годный. То есть, если вы хотите черные карточки увеличить, тоже сможете так использовать. Вот такой вот прикольный баг, ребят. И я вообще действительно в шоке от него. Нереальное. Что-то нереальное. Но это еще не все, что я хочу протестировать. Также, ребят, давайте достанем малыша. Вот я достала малыша. И у меня тоже есть для вас небольшой лайфхак. То, что малыш не сможет убежать от вас. То есть, если вы возьмете его в руку, то уже второй персонажик, он который на планшете. Ой, у меня там малыш вообще где-то в лифте. Подождите, а что он там застрял? А, ну, смотрите, ребят, что-то я не понимаю. Я вот здесь на планшете держу малыша. А почему-то там у меня, я вот это вот ползаю. Так, а если я вот так возьму? Ой, ничего себе. Что-то не то происходит, ребят. Смотрите, у меня на планшете есть и я, и малыш. А на телефончике у меня, ну вы сами видите, что непонятно что. Ребят, это действительно очень странный баг. Я прям как-то здесь непонятно происхожу на телефончике. Но все потому, что на телефоне ваш персонаж держит малыша, и он не может сбежать. Поэтому другой персонаж, он просто сходит с ума. А если мы еще одного достанем? Вот этого малыша.
Так, он тоже забаговался. Да, ребят, тут все малыши будут баговаться. Вот, видите? У меня малыш, он ну никак, никуда не денется. В общем, ребят, мы захватили этого малыша. И уже отсюда он не сможет убежать. Короче, какие-то непонятные истории происходят с этим. Ну, знаете, что я хочу еще попробовать? Да уж, моя голова в аэропортике. Я хочу попробовать покататься в детском садике. Так, сейчас, ребят, вот на этой горочке покатаемся. Тут я себя достаю. И сейчас догоню себя на планшетике. На планшетике моя голова уже здесь высвечивается. Вот я. Так, готово. Достаем детей. Здесь вот Аниту я посажу, допустим. Ну, а здесь посадим мальчика. Ну что? Да вроде ничего. Так, а, я поняла, ребят. Баги происходят с детьми. Смотрите, меня зажало. Да. Очень странные баги, если честно. То есть с детьми есть баги. Видите? А тут Анита забаговалась. Ребят, я действительно ничего не понимаю. Это ужасно и непонятно. Все как-то виснет. В общем, ребят, с детьми есть точно очень много багов. И вот вы, когда будете тоже тестировать, обязательно это проверьте. Смотрите, Анита как забаговалась. Она летает в воздухе. В общем, ребят, если вы найдете какие-то баги, обязательно пишите в комментариях. Разработчики очень хотят сделать игру многопользовательскую без багов. Когда вот так вот дети багуются, это правда не классно. Да уж, это что-то непонятное. Ребят, надо будет еще потестировать что-нибудь с котиками. Будут ли они здесь баговаться? Это правда непонятно, я уже запуталась, где что происходит, ребят. У меня Анита там зависла. Вот этот мальчик с другого аккаунта тоже у меня куда-то завис. Ой, он вообще сам улетел сейчас в домик. Ничего себе. Своей жизнью там живет. Ребят, странно, странно. Ну, в общем, я думаю, для этого пока что достаточно. И знаете, куда мы с вами сейчас пойдем? В пиццерию, да, хочу зайти в пиццерию, ребят. Накрыть поляну, потому что, так как я вам скоро подарю доступ, мы должны будем с вами встретиться, ребят. Да, мы обязательно с вами встретимся и поиграем вместе. Кто тоже этого ждет, обязательно поставьте лайк. Я придумаю тему, где мы будем с вами писать кодики. И буду находить вас по сети. Ну или наоборот, вы будете заходить и искать как бы меня. И мы будем играть вместе. Ну а я пока что вот накрою на столик. И буду ждать, когда ко мне кто-нибудь из вас присоединится, ребят. Подготовлю поляну. Вот этот поднос тоже можно забрать, почему бы и нет. Также, ребят, давайте закажем мое любимое комбо с крылышками. Все, у нас будет пир на весь мир, ребят, с десертами, с напитками. Присоединяйтесь. Будем отмечать второй этап многопользовательской игры. Я надеюсь, вам понравится вот этот заказик, ребят. Я действительно стараюсь его сейчас накрыть. Сейчас только на подставочку пиццу. Да, тут также можно кусочки достать. Вот крылышки достать тоже можно. Тут еще у нас раскладные стульчики, ребят. Места хватит всем. Смотрите, как нас будет много. Вот, все, разложили даже стульчики запасные. Давайте закажем еще одно комбо. Какое-нибудь вот такое тайное. Правда, уже нет у нас вот этих, вот закончились.
последний остался. Ну ничего, ребят, можно и в коробочку положить. Вот на этот столик другой тоже поставить. Так, перенесем также кетчуп с мазиком. Потому что, может быть, кто-то захочет соусы использовать. И давайте нальем еще напитки. Ой, подождите. Они уже полные. А что это? Я так неожиданно все налила. Даже не заметила. Надо будет по записи посмотреть, ребят. Ну, в общем, как-то так. Будем отмечать, ребят. Я вот на стол тут постаралась для нас накрыть. Заходите, обязательно. Так, вот я с малышом. Жду вас, ребят. Давайте отмечать второй этап многопользовательской игры. Ну а на этом видео подходит к концу. Всем большое спасибо за внимание. Я вас всех очень сильно люблю. Желаю мира, добра, позитива и много вкусной пиццы. Так что, ребят, скоро увидимся. Я поделюсь с вами своим фирменным промокодиком. Всем удачи! Всем пока!